Добрый день, друзья! Вы смотрите отчеты мероприятий на канале iTuber. Меня зовут Евгений Романенко, и сегодня у меня очаровательная гостья Алина Тодеренчук, координатор конференции ICO Event Москва 2017 года. Алина, здравствуйте! Добрый день, Евгений! Вы проводили конференцию под названием ICO Event Moscow 20 сентября 2017 года. Давайте поясним нашим зрителям, какая была цель организатора Smile Expo, какие потребности участников рынка вы хотели закрыть этой конференцией? В последнее время мы заметили, что тематика ICO стала достаточно популярной, и благодаря, собственно, этому сегменту люди сейчас очень активно привлекают деньги для своего бизнеса, да, это стало таким сильным двигателем для бизнес-сегмента по всему миру. И мы решили уделить, собственно, этому направлению отдельный ивент, собрать людей, которые заинтересованы в этом, собрать и инвесторов, и, собственно, компании, которые хотят привлечь инвестиции для того, чтобы наши эксперты, которые присутствовали там, рассказали, как правильно это все делается. Потому как тематика ICO достаточно новая, в принципе, и регулирования по ней особого еще нету, да, и каких-то четких гайдлайнов, что зачем необходимо делать, тоже нет. Поэтому образовательная часть – это то, что мы, собственно, хотели преподнести нашим посетителям. Действительно, было много интересных стартапов, представлено проводящих ICO, и еще больше уникальных, шикарных экспертов, которые дали поистине очень ценный контент для посетителей. Что говорят участники, какие самые фееричные, самые необычные отзывы вы получали и продолжаете получать в свой адрес после этой конференции? Вы знаете, самым фееричным, наверное, отзывом было то, что даже к концу конференции у нас осталось примерно 80% аудитории. Как вы знаете, обычно к окончанию конференции там остается меньше половины зала, потому как люди устают. Но благодаря нашим спикерам, экспертам, в частности, это был Максим Бервунин, который выступал в самом конце почти нашего ивента, эти люди остались, и они были заинтересованы, и до конца еще энергетика, которая была в зале, она была не энергетика уставшей аудитории, люди были на подъеме, и им это все понравилось. Подтверждаю, действительно, сам остался до конца конференции, люди действительно не расходились и общались, огромное количество шикарного нетворкинга, как всегда бывало на этих мероприятиях, там присутствовал. Алина, поделитесь творческими планами компании Smile Expo до конца 2017 года, как минимум, по новым ивентам в блокчейн-крипто-тематике. Где и что будет проходить? Вы знаете, Евгений, у нас очень много планов, на самом деле, они крупномасштабные. Но самые ближайшие ивенты у нас будут в Лондоне проходить, это тоже будет ICO. По ICO-тематике мы вообще планируем как отдельный сегмент его проводить, да, точно так же, как мы начали в Москве, это будет и Лондон, и Амстердам еще впереди. В ближайшие дни также у нас будет масштабная конференция по блокчейну в Киеве, но самое грандиозное событие, которое мы планируем, это будет Москва, середина ноября, 15-16 число. Там будет самая масштабная выставка, там будет самая масштабная конференция, более 50 спикеров, два потока, финтех, разработки. В общем, мы хотим охватить эту тематику просто во всех сегментах, которых только можно. И хотим ее преподнести людям правильно, хотим заинтересовать этим новым направлением людей как можно больше и рассказать о блокчейне, о его возможностях для людей, которые еще не понимают, что это такое, и для тех людей, которые уже пытаются внедряться в эту структуру. Мы считаем, что эта технология передовая, и за ней, я думаю, что за ней будущее, потому как она обеспечивает очень много возможностей, которые не дают текущей структуры, которая существует. Ну что же, компания Smile Expo, признанный хедлайнер в индустрии по проведению мероприятий на тематику блокчейна и криптовалют. Поблагодарим же Алину Тодеренчук, координатора с ее потрясающей командой, за ICO Event Москва, прошедший 20 сентября, и за будущие ивенты, которые она неизбежно будет дарить нам, блокчейн и криптосообществу. И приглашаем посетить сайт Smile Expo и просто набрать бренд блокчейн Bitcoin Conference в поисковике и увидеть, какие мероприятия компания нам приготовила. Спасибо, Алина. Это был отчет о мероприятии на канале iTuber. Меня зовут Евгений Романенко. Лайк, комментарий, подписывайтесь на YouTube-канал, вступайте в Telegram-группу с новостями, инсайдами, обучением работе на крипторынке и подпишитесь на наш блог «В голосе», первом русскоязычном социальном медиа на блокчейне, и зарабатывайте на контенте, лайках и комментариях. Смотрите наши обзоры, анонсы ивентов, интервью с организаторами, интервью со спикерами и посещайте мероприятия. Потрясающий нетворкинг и потрясающий контент вам гарантирован, в частности, от организатора под названием Smile Expo, наших друзей и партнеров. Удачи вам, до новых встреч!